Всем привет! И сейчас мы вам расскажем о том, какие приятные бонусы может правительство Канады предоставлять своим новым иммигрантам. Мы получили письмо вот с таким вот чеком, даже два письма. Это был возврат денег. Во-первых, так как мы считаемся ньюкамерами, вновь прибывшими, мы для благоустройства своего жилья здесь покупали, ходили какие-то вещи, какую-то одежду, и поэтому мы платили, естественно, дополнительные налоги на покупки, как нам объяснили в иммиграцентре, то есть нам часть этих налогов государство как бы возвращает, потому что мы еще там не успели здесь, так сказать, опериться и окрепнуть. И второй чек, который мы получили буквально через недельку, и, кстати, сейчас идем обналичивать, это экологические. Да, как бы компенсация за грязный воздух, как мы поняли. Ну, мы очень удивлены, поскольку в Мариуполе экология была, мягко говоря, далеко не самой чистой, и никаких компенсаций никто не платил. Ну, вот здесь, так сказать, приятный бонус. Ну, по сравнению с Украиной, здесь вообще, можно сказать, рай, наверное. И сказали, что это нормальная практика, и каждый год тебе вроде бы как платят эти экологические деньги. Ну, посмотрим, как это будет дальше. А сейчас едем обналичивать деньги и платить за квартиру. Ну, небольшой бонус в конце видео. В описании под видео я оставил ссылочку на бесплатную помощь в заполнении налоговой декларации. Это для тех, кто приехал в Канаду в 2022 году. Даже если вы приехали 31 декабря там, в 12 ночи, то все равно вам нужно будет заполнять декларацию. Значит, в этой ссылочке вы найдете в разных районах города список волонтеров, которые вам помогут заполнить эту декларацию бесплатно. Пользуйтесь.